Руководитель работ, провести заключительные операции на площадках кабины обслуживания, колонок обслуживания. Доложите готовности к опусканию площадок кабины обслуживания, разведению колонок обслуживания. Пятый. Есть, провести заключительные операции на площадках кабины обслуживания, колонок обслуживания. Десятый. Есть, провести заключительные операции на заправочном оборудовании. Операция на колонок обслуживания.
Доклад 20-го принял, 5-й.
Че, я низ отключаю? План с низом, который есть, у вас не в эфире? Так, повтори, Жень. План с низом я отключаю, не берите его в эфир.
опять не зависла. Она темная. Давай я просто тебя позакрываю. Она темная, слышишь, может из-за этого? Ну давай на 26 впереди. Переходим на 26. Да.
Достаточно, нет?
Thank you.
вот вот самый. Доклады руководитель работ принял первый. Наддув. Есть наддув 30-й. Есть, включаем наддув 30-й. Есть наддув общий 30-й. Есть наддув общий 70-й. Есть БДР блока И 70-й. Доклад руководитель работ принял первый. Есть сброс шаловой системы измерения 70-й. Доклад 70-го принял первый. Есть переход блока И на портовое питание 30-й. Есть отрыв холодный. Есть холодный головой за блоком. Есть мачта 20-й. Есть мачта 30-й. Доклад руководителя принял первый. Параметры конструкции ракетоносителя в норме.
второй ступени работает нормально. Полет нормальный. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Есть сброс створ головного обтекателя. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 230. Полет нормальный. Время КП 0,4 часа 27 минут 20 секунд 324 миллисекунд. 240. Стабилизация изделия устойчивая. 250. Двигатель второй ступени работает нормально. 260. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 270. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 280. Прошел гарантийный надув бака действительно третьей ступени. 290. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. 300. Есть сброс панели хвостового отсека. 310. Стабилизация изделия устойчивая. 320. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 340. Параметры системы управления в норме. 350. Полет нормальный. 360. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 370. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Алло.
Нормальный. Параметры конструкции ракетоносителем в норме. Двигатель третьей ступени работает нормально. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Ангаж, рыскание, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 530. Есть подключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресс» МС-17. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» МС-17 выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля «Прогресс» МС-17 номер 446 окончен.